Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, это видео по игре Euro Truck Simulator 2. Сегодня я продолжаю обозревать новую карту Южного Урала. Релиз карты состоялся где-то на выходных. По-моему, вчера 31 или 30 вышла карта, я просто не следил за этим. Вот, и получается в новой версии, получается в релизе у нас чуть-чуть появилось больше Челябинска. Кстати, предыдущие видеоролики по этой игре, именно с обзором этой карты, есть тоже у меня на канале, если что. Либо же там будет в подсказках, они у меня добавлены сверху. И, в общем, в новой версии, ну, скажем так, в релизе у нас уже появился Челябинск. То есть, если в бета-версии была только вот эта вот развязка, то она расширилась в релизе, получается, у нас до такой вот территории. В общем, вот такая вот у нас карта, как мы видим. Вот. То есть здесь у нас остался неисследованный участок. Надо как-то будет потом проехать. Здесь вот тоже надо было бы проехаться как-то. Потом что тут? Ну, тут у нас тоже какой-то знак. Так, здесь у нас тоже дорога не исследована. В общем, вот у нас до... А получается, до этого участка, до этой заправки у нас ведет Южный Урал. И... У нас обновление Казахстана еще произошло, но Казахстан будет в следующих, Казахстан будет в следующих видео. Так что сначала посмотрим на Челябинск, возможно, проедемся до Южноуральска, ну, в общем, посмотрим, как у нас будет все проходить. И потом на обзоре в следующем я поеду в Казахстан, в город Костанай, вот здесь покатаюсь, потом вот сюда куда-то поеду, ну, в общем, разберемся. До Хромтау. Тоже обновление Казахстана, но это уже потом будет. Так, изначально давайте посмотрим Челябинск. Вот такой вот маленький кусочек здесь всего лишь. Думаю, что в следующих версиях у его чуть-чуть больше станет. Потому что карта планируется расширяться. Так, ну что ж. Не стал заморачиваться с выбором транспортного средства. Поэтому будет у меня ман. Так, предлагаю завестись. Завелись. Как тут у нас? С вождения пришел. Так, стоп. Где у меня ручник? Тут на какой кнопке он у меня стоит? Это двигатель. Уже все позабывал. А, вот у меня. Все правильно. Все правильно. Так, я надеюсь, шлагбаум здесь нам откроет. Ну да, потому что здесь у нас есть компания. Да, открывается у нас шлагбаум. Сейчас попробуем повернуть налево. Налево повернуть. Так, что тут у нас? Парковочка. Лежачие полицейские. Упс, физика трясется. О, физика. Есть физика здесь. Здесь у нас... Торговый центр, как мы видим, парковочные места. Решил я просто через это место проехать, чтобы вам показать, какая у нас здесь обстановка. Там у нас мужички, люди танцуют, да, смотрите, прикольно, да? Тут музончик играет. Вон, видите, он туса идет полным ходом. Так, там никого на не становляйте. Троллейбусное депо. Вообще классно. Упс, тише, 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 тише. Вон, видите? Туса, туса, туса. Я просто не хочу сейчас приближаться. Вдруг там авторские права. Потому что сейчас авторские права с музыкой очень сильно давит YouTube. Очень сильно. Эти пешеходы ходят. Ну, прям вообще топчик просто. Гляньте, куча знаков разных. Заправка, кстати говоря. Можно будет заправиться. То есть, это дорога на Челябинск. Ну, соответственно, там она где-то и заканчивается. Так, не буду я сейчас спешить. Будем потихонечку ехать. Ретро-ФМ. ФМ, блин. Ретро-ФМ. Блин, Валера замечательно строит карту. Гляньте, пошли у нас улицы, названия, да? Улица туда, улица туда. Напоминаю, что обзоры карт у меня находятся... Обзоры этой карты предыдущие, я там ездил,
в бета-версиях, у меня есть на канале. Это самые последние видеоролики по этой игре, думаю, там вы увидите это все. Там Башкирия есть, республика, Оренбургская область, Челябинская область, покатался и заехал я на территорию Казахстана. Ссылочка в описании находится на карту, карта бесплатная, можете качать. Так, что тут у нас? Гляньте, счастливого пути, Москва, Уфа. Ну, кстати, наверное, в реальности, может быть, да, скорее всего. Может быть, есть такая какая-то табличка. Уфа, Самара, Москва. Я думаю, что надо. Блин, как же тут красиво! Ах, я не знаю, мне вот это вот больше всего нравится, когда куча всего стоит. Вот эти знаки, разметка и, гляньте, куча всего. Офигенно просто смотрится оно, блин. Карман, гляньте, блин, как оно все, конечно, выглядит обалденно. Валера, блин, ты просто лучший. Ты просто зверь. Такое выстроить. Ну надо же, какая красота, гляньте. Ну офигенно просто. Ох. Я просто получаю какой-то оргазм, словно. Очень красиво, очень красиво. Особенно такая раз... Да, блин, ну, знаки вот эти все на отбойниках стоят, да. Божественно все очень выглядит. Очень все на высоте. Я даже не буду спешить. Так, ну, у нас, соответственно, идет дорога направо. Можно уехать будет потом направо, в будущем далеком, да. То есть дорога у нас на Екатеринбург будет идти. Но туда я сейчас не поеду, потому что там мы упремся, я так понимаю, в тупик, в коллизию. И мы никуда не поедем. Мы сейчас вот направо повернем. Златоуст, Уфа, Самара. Тоже. Ну, это трасса М5, да, я так понимаю. Мы едем сейчас по М5-ке. М5-ки у нас здесь... она еще не продлена. Ну, в будущем далеком, да, когда там СКС грозился выпустить Россию с Беларусью, да. То есть в будущем далеком, через несколько лет, если карта там все будет хорошо развиваться, будет у нас прямая дорога, можно будет из в Москву поехать отсюда сразу, в Челябинска. Но было бы реально круто. Конечно, надо это все время. Так, у меня что-то... Видите, у меня бывает FPS где-то проседает, где-то он поднимается резко. Сразу заметно, где картинка у меня плавная, где у меня такая вот с торможениями идет. Челябинск направо уходит у нас. Красота, просто красота. Я хотел на легковушке покататься, потом подумал, что зачем-то легковушка. Тут обзора побольше. На легковушке не было бы такого обзора. Блять, какая красота просто. Обалденно просто. Да, у меня сейчас 30 FPS здесь. Кстати, не ниже 30 идет. У меня сейчас FPS. Не 29, не 28, чтобы да, хотя бы раз. А вот 30. Вот 30 просто. Не выше и не ниже. Все, на данном участке у меня. Гляньте, какая здесь у нас растительность, ребят. Красота просто. Гляньте, вот эти все тени. Блин, как же оно все смотрится. Муа! Просто... Это персик. Гляньте, какая красота. Я даже никуда не спешу. Чтобы вам побольше показать заправки, проезжаем. Гляньте, тут у нас что-то тоже тут, да? Какое-то местечко. Класс просто. Вот это да. Гляньте, туда грузовик, вот тягач поехал. Вот такие вот у нас знаки. Классно, да? Вообще, красота просто. Так, здесь можно повернуть направо. Ну, в принципе, и все, ребят. Вот это вот то, что добавили в релизе самом. А в бете я уже катался по этим участкам, как видите, у меня уже оно исследовано. Вот. То есть, если сейчас откроют карту, видите, у меня все желтое. То есть, я уже катался, обозревал, напоминаю, что есть видео на канале, вы можете посмотреть. Обязательно посмотрите.
Я проезжал через Башкортостан, Оренбургскую область, на территорию Казахстана еще заезжал. Потом что? Потом где я еще был? В Магнитогорск заезжал я. В общем, здесь я уже был. То есть я уже знакомые места мне пошли уже. То есть это у меня уже было на обзоре. Первый обзор этой карты Южного Урала. Если что. Видео есть в подсказках, напоминаю. Вот эти пешеходные переходы. Ну, грех, ну, не грех проехаться, знаете, вот. Снова. То есть реально очень здесь красиво все выглядит. То есть куча всяких знаков, куча всякой разметки. То есть, ну, блин, то, что надо, прям. Отбойники стоят, ну. Все на высоте. Все просто на высоте. Как обычно, короче. Ну, я не знаю, ехать там дальше или нет, сколько у нас там времени прошло. Давайте еще чуть-чуть покатаемся. Давайте доедем до парковочного места какого-то. Вот, смотрите, карманы. Очень много здесь автобусных остановок, карманов особенно. Очень все правильно сделано. Очень все так реалистично смотрится. Устанай. Ну да, кстати, вот. Следующее видео будет про Казахстан. У нас тоже обновление Казахстана произошло. Там тоже довольно-таки немаленький кусочек добавили территории, так что можно будет покататься. Обязательно надо покататься. Обозреть, скажем так. Здесь у нас что? Здесь у нас нормально все. Шлагбаум, никто не это. Все окей. Ну, налево, не знаю, поворачивать там нет, не надо. Там у нас компания, да? Ну да, компания. А мне надо где-то стать уже. Так, мы уже подъезжаем к Южноуральску потихонечку. Здесь у нас пешеходный переход. Но здесь у нас люди не переходят дорогу, поэтому даже нет смысла снижать скорость. Здесь так интересно светофор поставлен. Он так, блин, сливается особенно со всем, что его вот только красный видно и все. Вот. Вот такой незаметный. Я в первом обзоре, когда ездил, я особо его даже не увидел. Вот, а потом я такой присмотрелся и увидел, что реально тут светофор стоит. Такой незаметный был. Маскировка просто на сотом уровне. Что тут у нас? 60, обгон запрещен. Ну, понятно. А пешеходов нету. Пешеходов как не было, так и их не будет. Никогда. Ладненько. А здесь можно было бы направо повернуть. А ну что там у нас? А, там у нас компания просто, да. Блин, где же его встать? Даже встать просто негде. Пора уже вставать, я думаю, да. Ну да, уже время прошло. Так, ну здесь еще можно поездить. А, ну это у нас уже Южноуральск, по-моему, да. Так, подождите, где-то там у нас поворот должен быть в сторону Казахстана. Ого, так нам еще ехать туда и ехать. Ого. Ну да-да-да, давайте еще проедемся. О, кстати, блин, провтыкало чуть-чуть поворот. Надо было заехать. Ладно, едем уже. Так, в принципе, у нас населенный пункт, поэтому можно, я думаю, остановиться где-то справа. Сейчас посмотрим, где можно остановиться. Еще нигде пока что. Поворот я провтыкал только что. Бывает. Ну, зато побольше на карту посмотрим. Да, конечно, разметка. Вообще, вот, цветочки растут какие-то, да. Красота просто. Аккуратно. Автобусная остановка. А, автостанция или автовокзал?
Что там у нас? Так, что? Ну, давайте, наверное, сюда сейчас поверну. Скорее всего. Вот куда-то сейчас. Сюда. Сейчас разберемся. О, кстати, да, гляньте, вот заезжаем на новую территорию, где еще я не был, вот. Да, вот, блин, вот проехаться бы еще здесь. Реально, но у меня уже, получается, время идет, затягивается уже это все дело. Ладно, все, за светофором паркуемся справа на левом, ой, на смысле, на правом, на правой обочине. Да, я бы еще покатался бы, конечно. Ну, ничего страшного, потом можно еще будет поездить, ничего страшного, да. Карта реально хорошая, рабочая. То есть дружит с такими картами, как Волга Map, Рус Map, Южный регион, но там надо фиг скачать. Потом что еще с чем дружит? Ну, в принципе, с другими картами. То есть, можно даже и Румынию подключать, Украину, если вы хотите. Так, ну, вот это чуть я уже проехал. Чуть-чуть. Что-то мне никак не могу встать. Что я говорю, встать. Вот гляньте, что там мосты какие-то появляются. Да еще что-то. О, давайте здесь встанем сейчас. О, как раз вот здесь аккуратно встанем. Давайте-ка. Все. Ну и что ты стал? Так, ручник. Все, ручник есть. Отлично. Хорошо. Так, в общем, все, ребят. Буду я сейчас заканчивать. В общем, еще раз на карту посмотрим. В релизе. То есть не в бете. В бете было что? Давай, прогрузи быстрее. В бете у нас не было вот этого. То есть у нас была только развязка. Вся остальная территория вот эта вот была. Видите, у меня она исследована уже. То есть я же говорю, у меня есть обзоры на канале с этой картой. Последние видеоролики. И в релизе, получается, у нас добавилось немножечко города Челябинск. Вот, как мы видим, да, вот такой маленький кусочек. То есть, понятное дело, в будущем это все как-то будет расширяться. То есть, посмотрим, как оно все будет идти, работать. И вот, гляньте, Великая Степь как раз вот, да, вот, гляньте, вот, как раз вот под выход этой карты, гляньте, вот, что понастраивал. Тут Кастанай появился у нас. Вот, так что в следующих обзорах планируется у меня обзор карты Казахстан. Вот, желательно бы заехать вот как-то отсюда и продолжить путь в сторону Кустаная. Посмотрим, как мы здесь будем кататься. В общем, все, ребят, давайте всем пожелаю счастья, здоровья, удачи. Ссылка на карту находится в описании под этим видео, если что. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо огромное. И всем давайте пока, увидимся.